на минуту. Все равно мне эта штука так не нравится. Голом стоит каким-то. Работает это? А. Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Забида Магомедова. Я врач сборных команд России в данный момент по баскетболу и врач команды Московская область, город Видное, команда Спарта НТК. Рада вас всех вас приветствовать и добро пожаловать. Значит, тема, которую я подобрала для нашего семинара, это эргогенные средства в спорте. Потому что очень часто задают вопрос тренеры, сами спортсмены. Самый актуальный на сегодняшний день вопрос, как улучшить свою работу, улучшить работоспособность, ускорить восстановление. Ну и различные методы, возможно, со стороны врача, как в помощь на этапах подготовки. Эргогенные средства, вообще это произошло, этот термин произошел от двух словосочетаний с греческого языка. Эргон и генос. Эргон – работа, и генос – производить, то есть производящий работу, производящий энергию, можно так сказать. Много существует классификаций различных по эргогенным средствам. Ну вот сегодня я для вас так вот самые важные классы, я думаю, вскользь, поскольку времени у нас очень мало, но вскользь постараюсь все пройти по всем классам. Ну, первый класс – это педагогически, конечно. Не буду зацикливать тренера ваше внимание на этом аспекте, потому что я думаю, что каждый в силу своей квалификации узнает, интересуется, много читает, посещает семинары. И в детстве скажу, что для меня, как для врача, этот аспект очень важен. Очень хорошо, когда доктор, врач, массажист, вернее, тренер, массажист, врач, все работают в тандеме и... громко надо. Работает в тандеме и учитывает все аспекты при подготовке. И когда тренер планирует свой тренировочный процесс, тренировочный день, день отдыха, исходя от нагрузки, исходя от задач, это действительно всегда очень приятно работать с такими тренерами, да, когда не вписывается в какие-то критерии, что молодой он такой, пожилой он такой, этот с травмой, то есть все очень индивидуально, поэтому этот аспект стоит, я бы сказала, на первом месте. Как бы ты со стороны врача или массажиста не пытался помочь спортсмену, но если его тренировочный процесс неадекватен, то, к сожалению, увы и ах. Второй аспект – это физиологические эргогенные средства. Тоже поинтереснее как для врачей, так и для тренеров. Выделяет он тоже несколько таких вот
средств, которые в эту группу входят. Ну, я должна вам об этом сказать. В первую очередь, вот раньше очень часто употреблялось, принималось, и спортсмены всевозможными способами изыскивали возможность, чтобы этот метод применить, это кислородная поддержка. Ну, как бы нам вроде бы всем известно, что при лимитированном поступлении кислорода у нас, значит, такая аэробная... При лимитированном поступлении кислорода, значит, у нас страдает в первую очередь работоспособность, соответственно, восстановление, ну и так далее. Пытались с помощью ингаляции, смесей различных, как-то спортсмена, ну, чтобы он дополнительно получал кислород в виде смеси. И многие ученые, к сожалению, они при апробации всех этих исследований доказывали, что сам по себе вот этот кислородный, ну, то есть кислородная поддержка, она сама по себе не может ускорить, увеличить работоспособность, скорее может на каком-то уровне что-то поддерживать. Но самый главный аспект, по которому сейчас, последние там годы, этот метод не применяется, потому что он запрещен МОК. То есть все уговоры, рекомендации, какие-то советы, что кому-то помогло, было очень хорошо. Я прошу всех вас, людей, которые относятся к спорту больших достижений, нивелировать вообще этот метод на всех этапах. Второй метод – это кровяной допинг. Тоже при, значит, кровяной допинг, он в виде гемотрансфузии, аутогемотрансфузии, то есть кровь донора, либо собственная кровь. Мы вводим в виде инфузии, значит, уровень эритроцитов увеличивается, соответственно, и наш гемоглобин растет, и, соответственно, у нас транспорт кислорода по всему организму увеличивается. Но кровяной допинг, он по всем аспектам запрещен. Запрещен МОК, он запрещен по юридическим правовым, по медицинским, потому что это риск заражения, риск несовместимости крови донора и реципиента, и поэтому этот метод тоже прошу закрыть для себя. Но вы должны о нем знать, что он довольно успешно применялся какие-то годы, и когда не был, наверное, все-таки допингом, не входил в список запрещенных веществ. Значит, третье из физиологических таких компонентов я хочу рассказать про соли щелочных металлов. Ну, наши физики, биологи, химики, они довольно активно работают и по сегодняшний день изучают все механизмы, которые проходят в организме на фоне каких-то экстремальных нагрузок и так далее. И наши как раз-таки физиологи и биохимики указали, что наш такой термин, как мышцы забиваются, да, скапливается молочная кислота. На самом деле, если обращаться в механизм, то он очень сложный, и для того, чтобы просто обсудить лактат, ну, метаболизм лактата, надо посвятить этому целый день. И поэтому зацикливаться на механизмах мы не станем сегодня, но расскажу вам некоторые способы фармподдержки, да, как можно поддержать, когда мы видим, что у нас, значит, растет концентрация ионов водородных и, следовательно, повышается кислотность. Ученые начали применять, значит, соли щелочных таких вот металлов. Распространение получил бикарбонат натрия. Раньше, когда у нас были проблемы с фармпрепаратами, со спортивным питанием, ученые пробовали, ну, собственно, и сами спортсмены, и тренеры часто проводили такую вот щелочную загрузку, когда с помощью соды загружали, и в период интенсивных таких анаэробных нагрузок применяли соду. То есть на стакан воды примерно делили, ну, за час до приема примерно на 200-300 грамм воды, там, 4 ложечки соды. То есть могли делить на несколько приемов, то есть и создавали вот такую буферную систему, тем самым нейтрализовали действие молочной кислоты. Ну, слава богу, сегодня мы обходимся без соды. У нас есть препараты, которые... фармподдержка, которая помогает в этой ситуации. Единственное, конечно, все-таки этим заниматься должен доктор под наблюдением врача, потому что нам кажется, что мышцы забились, то, что они перетренированы, а на самом деле причина может совсем в другом быть, и поэтому сразу искать в этом подвох не стоит, поскольку баскетбол такой вид спорта, что, как правило, нам это
щелочная такая загрузка, она нужна, как правило, в период соревнований, да, когда мы определенный вид работы, и у нас, значит, уровень молочной кислоты растет. Ну и фармподдержка, препарат, который мы можем использовать, это янтарная кислота. Российский такой вот старенький, может быть, кем-то уже забытый препарат, но он имеет место быть. Мы можем его использовать от 1 до 3 таблеточек в день. То есть по одной можно 3 раза в день использовать и таким образом тоже в какой-то степени нивелировать симптомы, значит, вот этой вот нарушения лактатного метаболизма. Соответственно, диета должна быть щелочной, да, то есть мы больше используем продукты молочные, это творог, молоко, то есть, ну и все, что можно из щелочного, это больше все-таки молочные продукты, и очень важно все-таки в этот период принимать как-то хотя бы дозированно именно ягоды, определенные фрукты, и очень-очень, ну, дальше об этом еще будет сказано, поскольку мы питание пройдем, очень хорошо в этих ситуациях помогают сухофруктовые напитки. Значит, про диету сказать, стимол. Есть такой очень распространенный среди, любимый среди спортсменов препарат, называется он стимол. Он очень хорошо помогает при каких-то астенических состояниях, на тот момент, когда организм и спортсмен вам говорит о том, что вот я вот-вот сейчас развалюсь, вот-вот я наступает ощущение перетренированности или там с какими-то жалобами. А особенно в период соревнований очень хорошо его использовать по одному пакетику, там жидкие пакетики с жидкостью. Это производная яблочной кислоты, и как экстренная помощь очень хорошо помогает. Вы можете давать его во время еды, и надо учитывать противопоказания, там какая-то повышенная секреция, у кого есть какие-то эрозивные дела с желудком, тоже надо быть с осторожностью. В таком случае можно пробовать его применить после еды и с большим разведением жидкости, просто воды или сока какого-то. А можно просто подслащенные воды, это тоже очень хорошо помогает. Вот. Далее будет такой препарат, как аргинин. Я его выделила, это незаменимая аминокислота, я его выделила в эту категорию, потому что аргинин, кстати, он бывает часто встречается именно в капсулах, изолированный именно препарат аргинин, то есть не в совокупности с другими аминокислотами, а отдельно. Этот препарат, он очень хорош тем, что он поддерживает значит, метаболический процесс, и вот именно все, что связано с молочной кислотой, очень хорошо помогает нам выводить, обменивать, то есть обмен мочевины и так далее. Принимается он курсом 3-4 недели, ну, я бы даже рекомендовала месяц попринимать его, особенно в период вот такого подготовительного сбора или тренировок, базы, когда такая основная закладывается работа, его можно прям целый месяц и принимать. В этот момент, когда мы работаем на лактатный метаболизм, очень важно вводить микроэлементы, витамины и состав, потому что они тоже очень хорошо действуют на кровь, на буферную систему, емкость крови. Это будет цинк, магний, железо, они сами по себе тоже работают очень хорошо в этих ситуациях. Ну, соответственно, водные процедуры будут быстро выводить лактат. Это контрастный душ, массажист может помочь растиранием, может в пропорции яблочный уксус смешать с водой и делать такие вот растирания перед тонизирующим массажем, я бы сказала. Вот если, ну, соли мы, пожалуй, если будут вопросы, вы просто можете отметить, потом задавать эти все вопросы. Следующий такой вот препарат, который выделяют в группу физиологических, это карнитин. Это один из важных средств в спорте и в целом он синтезируется у нас в печени, в почках, в организме он присутствует практически во всех клетках, да, и, ну, в том числе мышечных, конечно, в первую очередь, и карнитин, он обеспечивает транспорт жирных кислот. Соответственно, эти транспортные жирные кислоты, они с помощью L-карнитина, они высвобождаются и транспортируются в митохондрии.
в митохондриях происходит их окисление. То есть без карнитина сделать этот процесс крайне сложно. Поэтому карнитин в спортивной практике всех убедительно прошу применять, особенно вот в период вот таких интенсивных нагрузок. Когда он окисляется в митохондриях, высвобождается огромное количество энергии. Соответственно, если некоторые ученые говорят о том, что нет, все-таки L-карнитин, он не повышает никак работоспособность, во всяком случае, доказанный метод того, что он сохраняет и помогает нам, это доказано, и сами спортсмены, это самый объективный такой показатель лично для меня, это то, что говорит спортсмен, потому что ему легче с L-карнитином при, допустим, определенной работе на жиросжигающее действие, он потрясающим действием обладает, он нормализует психоэмоциональный фон, такую толерантность к стрессам, значит, снижает, да, то есть поэтому применять очень хорош, и единственное, что его надо принимать циклами. Все-таки L-карнитин – это препарат, который принимается короткими циклами. Вы можете делать 10-дневный цикл, потом перерыв, иначе будет синдром отмены. То есть организмом тогда он не будет синтезироваться в нужной степени, и это тоже нехорошо. Вот. Про дозировки карнитина. Вообще суточная доза его как бы варьируется, до 2 грамм можно его принимать. Лучше прием поделить на 2 части, да, конечно же, стараться его там в первой, во второй половине дня до 5-6 вечера. Когда вы выбираете препарат L-карнитин, смотрите на, действующим веществом основным будет карнитин, конечно, но часто его выпускают производители в жидком виде с добавлением кофеинов, с добавлением гуараны. Я строго категорически против этих препаратов, потому что уж они-то точно никак не могут повысить эргогенный эффект организма, поэтому не нужно этого делать, тем более в молодых и в спорте, когда не стоит. А у гуараны и у кофеина есть свои такие так хорошие стороны, но их надо очень дозированно использовать, поэтому L-карнитин часто выпускается в капсулах, то есть он в своем чистом виде, его я бы даже рекомендовала перед сном можно принимать, и не было никаких вот отмечено побочных действий, как там недосыпанием и так далее. Вот, поэтому, про L-карнитин сказали. Есть такие еще соли фосфатов, редко применяются, поэтому даже смысл об этом говорить. Лично я в своей практике не применяла, и вам этого навязывать тоже не буду. Поэтому следующее перейду к все-таки физическим, физиотерапевтическим средствам. И самое основное, на первом месте у нас стоит банные процедуры. Да? Банные процедуры, которые могут как помочь, так и усугубить организма. Немножечко поделю там по стимуляции и по адаптации. Стимулирующими свойствами обладает суховоздушная баня и влажное обертывание. Адаптивными свойствами обладает суховоздушная и паровая баня. И расслабляющими инфракрасная и паровая баня может тоже обладать расслабляющими свойствами. Баня – это борьба с утомлением, улучшает все окислительно-восстановительные процессы, помогает нам быстро восстановиться. Надо учитывать, опять-таки, кратность процедур. За 2-3 дня до начала соревнований банные процедуры отменяются. Можно в исключительном порядке, разовое посещение, просто как один заход, в условиях, когда там нужно как-то подсушить носоглотку, да, и как-то там, может быть, при трахеитах и так далее, при влажных. Вот. А так баня, конечно, в соревновательный период ни в коем случае. Как восстановление можно через некоторое время после интенсивных нагрузок, как восстановление. В бане можно использовать эфирные масла, настои. Все эти эфирные масла нужно, конечно, в этом иметь, знать толк, потому что одни обладают седативными свойствами, другие, наоборот, стимулирующими, какие-то противовоспалительными. Поэтому это тоже нужно учитывать, чтобы вступить именно в синергизм. То есть после бани вы можете потреблять жидкость в течение
первой фазы остывания. В течение 20-40 минут можно принимать жидкость, но нужно учитывать, чтобы эта жидкость не вступала в конфликт с тем, что вы проводили в бане. То есть если вы там использовали седативные масла, значит, вы и после можете выпить отвар, настой на той же мяте и так далее. Вот. Массаж. Ну, массаж у нас является профилактикой всех заболеваний. Это как такая своего рода тренировка, подготовка тканей к нагрузкам. Массаж тоже сам по себе может быть на разных этапах, да. То есть в подготовительный этап мы применяем профилактические массажи. То есть мы где-то у кого-то там может быть только после какой-то травмы оправился, кто-то имеет какую-то локальную, зональную проблему, и тем самым мы профилактическими методами можем им помочь. Это можно быть как раз в период ОФП, период подготовки. Вот в базовый период тоже применяется профилактический, но там все-таки больше будет активирующий и восстанавливающий массаж. Так. Ну и в период восстановления, восстанавливающий массаж, могут использоваться различные мази. Если массажист владеет этими методиками, это приветствуется, потому что могут использоваться растительные экстракты, настойки, локальные видеоаппликации наноситься и так далее. Следующий метод, который я для себя выделяю, и он довольно успешно пользуется, это криотерапия. Ну, я считаю, что в нашей стране очень неоправданно то, что он редко используется, редко назначается. На самом деле, прекрасный метод криотерапии, она может быть как общая, так и локальная. Для проведения общей криотерапии необходимо, конечно, ну, это все дорогостоящее, это необходимо такой своего рода бокс в виде сауны, она так и называется, криосауна. Но потрясающий метод. Единственное, не рекомендую проводить на фоне соревнований, а в период тренировочных сборов, пожалуйста. Это, если у кого-то есть возможность посещать криосауну, это замечательный метод. Проводят там времени от 1 до 3 минут, можно до 4 раз в день посещать. Сразу после нагрузки, значит, спортсмен одевает эти войлочные варежки и заходит. Температура там может быть, ну, видела в России, видела минус 70. За границей таких саун я не видела. Там, как правило, варьируется минус 120 и минус 140. Подается криогенный газ, и в течение минуты, полторы, трех, мы, значит, проводим время там. И действительно замечательный метод, и скажу, что вычитала информацию, ну и общалась когда с белорусскими докторами вот, по художественной гимнастике, они мне рассказывали, что они, собственно, вместе с лаборантами проводили эти исследования, когда замеряли уровень молочной кислоты после тренировки, ну, 5,6, к примеру, после того, как спортсмен посетил криосауну в течение полчаса, то есть у него ровно в два раза снижается уровень молочной кислоты. Сама этот опыт не проводила, но верю коллегам. Для локальной криотерапии очень хороши аппараты для локальной криотерапии. Мы в сборных командах и в клубе, у нас есть такие аппараты, есть аппарат, называемый Game Ready. Замечательный аппарат. Эти аппараты, как правило, они, ну, по одному принципу устроены, имеют манжеты на определенные части тела, и создается, значит, вода, подается вода, и с помощью воды происходит такой вот, так сказать, криомассаж. Вода подается, происходит такая, ну, компрессия от средней до высокой компрессии, и соответственно, все это холодом, в острый период – это средство номер один при травмах острого характера. Прессотерапия – практически аналогичное действие без подачи воды. Прессотерапия, она имеет, как правило, два канала выхода и подсоединяется, может, ну, сразу, как правило, на две конечности. То есть это тоже там атмосфера, одна-две атмосферы, подается по типу морской волны, подается, так сказать, воздух, и тем самым происходит
прекрасное воздействие на лимфатическую систему. Мы все знаем, что лимфатическая система у нас своего рода канализация, да, то есть туда все сбрасывается, и как работает наша лимфатическая система, от этого, ну, зависит многое. То есть и прессотерапия, она стимулирует лимфатическую систему, пациент быстро восстанавливается, ребята, девчата отмечали после процедуры, после сна, ну, провел тренировку, лег на аппарат, полежал, лег спать, проснулся, и к тренировке ощущения совсем другие. То есть это работает, это проверено, испытано. Вот. Поэтому, если есть такая возможность, у вас приобретайте эти аппараты, оснащайте ими кабинеты, они вам всегда будут в помощь, и действительно такие работающие аппараты. Ну и, пожалуй, перейдем к такому немаловажному, это пищевые эргогенные средства. Пищевые эргогенные средства я вам немного сопряжена с такой фармподдержкой буду рассказывать все, потому что есть за пищевыми эргогенными средствами, есть фармакологические эргогенные средства. К сожалению, сегодня не так актуально мне о них говорить, мало времени, потому что все-таки те фармпрепараты, они требуют определенных навыков, знаний, и просто их назначить, прочитав строчку по указанию, их, к сожалению, нельзя. Нужно знать, учитывать много биохимических процессов, которые у нас в организме происходят, и поэтому, а также знать действие препарата, его фармакокинетика, его фармакодинамика, и поэтому мы больше будем говорить о спортивном питании. Это та группа, которую сейчас в последние годы выделили для удобства, да, чтобы не назначать, к примеру, сильно действующий препарат, а попробовать назначить что-то из биологически активных добавок, которые, может быть, поможет. Вот, ну. Пища, значит, это основа жизни, и, соответственно, что все элементы, которые мы получаем с пищи, они должны, ну, основные функции выполнять. Одни вещества, они являются источником энергии, другие вещества у нас помогают образовать эту энергию, ну и третьи вещества, они являются строительным материалом для костей, для организма в целом, ну то есть такие субстратные вещества. Вот. Ну, естественно, что если не будет поступать определенного количества, то не будет хорошего результата, потому что очень много раз я сталкивалась с проблемами настолько парадоксальными для меня, что пациенты себя изнуряют определенными там типами диет, определенными там элементами питания, и очень долго стоят на месте, либо те, к примеру, которые хотят сбросить вес, они не подготовились, может быть, после длительного отдыха, не подготовились к подготовительным сборам, к базам, им надо быстренько сбросить, а они начинают голодать, да, вводить организм в стрессовые ситуации и так далее. Поэтому это надо крайне важно очень прислушиваться к спортсменам, к своим подопечным и объяснять им, что питание в спорте – это не этап, это образ жизни. И нужно научиться правильно это делать и полностью балансировать свой рацион питания. Потому что я считаю, что нет, в природе говорят, там, не ешьте жиры. Я считаю, что это бред. Есть их надо, просто в определенных дозах, при определенных энергозатратах и так далее. Ну, первое, это, конечно, вода, регуляция воды. Водный баланс очень важен для спортсмена, потому что первое, с чем мы сталкиваемся, опять, что пациент теряет вес, вот мы его ставим на весы после тренировки, он хорошо потерял, довольный идет, не восполняет в первую очередь то, что он потерял, это воду, он ее не восполняет, и тем самым добивается лишь того, что он быстро-быстро наступает ощущение усталости и так далее. Поэтому воду нужно употреблять, в среднем это 0,3 на килограмм массы тела, это средний объем жидкости, который обычному человеку нужно принимать, употреблять. Для спортсменов эти цифры могут удваиваться, потому что все зависит от того, какая была работа, сколько было потери, климат, влажность воздуха, ну и так далее. Поэтому восполнять потери воды нужно обязательно. Витамины и минеральные составы. Витамины сами по себе, они делятся на жирорастворимые, водорастворимые. Водорастворимые, они очень быстро утилизируются, быстро делают свое дело, быстро выходят, в отличие от жирных витаминов жирного класса. То есть они обладают кумуляцией, они имеют свойство накапливаться, поэтому работают
планомернее, дольше и так далее сказать. Но комплекс витаминов должен сбалансирован быть по возрасту, да, по расходам. То есть если в инструкции, если мы обращаемся в обычные аптечные витамины, химические какие-то препараты, то мы смотрим там дозировка, таблеточка в день. Соответственно, для спортсменов индивидуально она может быть увеличена. И сейчас современное спортивное питание стараются все-таки, чтобы в одном комплексе были сбалансированы и витамины по суточной потребности, и микроэлементы, макроэлементы. Поэтому если у вас есть возможность компаниям, которым вы там сотрудничают те школы или организации, где вы работаете со спортсменами, пожалуйста, приветствуются такие вот наборы. По составам витамины, да, если говорить про витамины группы В, очень важные нам, они как и для нервной системы очень хорошо, и особенно когда вот пациентов наших, у спортсменов, у них проблемы с опорно-двигательным аппаратом, естественно, что с мышечным каркасом, очень хорошо витамины группы В. Ну, в питании, все это можно получить в питании, да, то есть сбалансированном. Если мы там говорим про жирорастворимые, значит, это будут орехи, жирные сорта рыбы, ну, красные породы скорее, да. Это будут там семечки, зеленые овощи, спаржа, всевозможные фрукты, овощи и так далее. Поэтому балансируйте питание спортсмена. Если нет возможности использовать сезонных овощей, то можно всегда это делать в сухофруктах. Наши спортсмены нашего клуба, мы это применяем, и довольно успешно у нас это все проходит. То есть спортсмены сами себе в кипяточком заваривают сухофрукты, принимают их после тренировки, восполняют такой запас воды сразу витаминно-углеводными напитками собственного приготовления. Это работает, и действительно очень хорошо, если вы над этим, ну, ваши подопечные уделяют этому внимание. Вот. Ну, про витамины, то, что соки, то, что расскажу вам, знаете, какой-то вот, если говорить про примитивный курс, допустим, во время тренировки, если говорить про аптечные витамины, про аптечные составы, то есть можно примерно спланировать вот таким вот образом. Утром натощак спортсмен употребляет дегазированную воду, 200-300 грамм воды, затем он приступает к своим привычным напиткам, чай, кофе, сок и что он там привык употреблять, да, значит, затем он принимает какой-то витаминно-минеральный комплекс. Это первое, и после завтрака, после обеда он может принять таблеточку с витаминами, с микроэлементами. Затем, значит, до тренировки желательно вот этот вот углеводный и водный баланс все-таки учитывать интенсивность тренировки уже изначально, до прихода. То есть если спортсмен знает, что ему там предстоят какие-то нагрузки экстремального характера, то есть интенсивные и так далее, значит, он дома может уже сам за час, за полтора до начала тренировки он может выпить напитки. Напиток будет называться изотоник. Почему изотоник? Разные фирмы производят разные напитки, но под названием изотоник он будет идти в большей степени, потому что изотоник, он приближен по своим свойствам к плазме крови. Единственное, что изотоник, он будет довольно длительно всасываться и расходоваться. Поэтому на нагрузки, которые такого интенсивного характера, все-таки предпочтительнее будет гипотоник. Там углеводов будет меньше, но по питательным свойствам своим он для таких нагрузок на час, на полтора, небольшой интенсивности гипотоник будет препаратом выбора, то есть его предпочтительнее использовать, и тогда не нужно пить изотоник дома, да, там приходит спортсмен и просто во время тренировки он восполняет запасы гипотоником. Ну и вечером обязательно перед сном какой-то опять минеральный комплекс, он может в виде капсулы, таблеток принять его. Вот. В течение там сразу после тренировки объем жидкости не должен быть, объем обычной простой воды, он не должен быть большим, то есть 200-300 грамм воды, и, соответственно, лучше использовать опять те же гипотоники и изотоники.
Ну, сказать про жиры. Жиры у нас, значит, жиры, они у нас, значит, содержат... А, и, ну и про... Сейчас, секунду. Сказал. Жиры – это липиды, значит, они потребляются где-то 1,5-0,5 на килограмм массы тела. Это суточная норма жиров. Вот. Я рассказала вам препарат L-карнитин, который довольно активно используется как жиросжигающий компонент. Вот. И хочу добавить, что жиры нам нужны как строительный материал, как основной источник тоже энергопродукции, нельзя ими пренебрегать. Нельзя, даже если вы видите погрешности в питании спортсмена, нельзя пренебрегать, обязательно нужно их принимать. Ну, это могут быть грецкие орехи, это могут быть опять рыба лососевых пород, да, то есть вот таким вот образом обязательно надо использовать их, применять. Белки, углеводы. Белки, строительный материал. Также расскажу про аминокислоты. Значит, белок состоит из аминокислот. Почему белок очень важен? Его недаром назвали протеином, поскольку это в переводе означает протос первый. Они очень-очень важны, поскольку они могут улучшать все биохимические процессы в нашем организме. Они иммунную систему защищают, потому что иммуноглобулины. Ну и белки. Расскажу про хороший препарат BCAA. BCAA. Препарат, который содержит незаменимые аминокислоты, лейцин, изолейцин и валин. Это такие самые важные аминокислоты, которые мы обязательно должны получать с питанием. Поскольку это нереально получить такое количество, да, готового уже белка для усвоения, то обязательно нужно вводить такие препараты, как BCAA. Белок за раз примерно где-то 30 грамм белка у нас усваивается, поэтому весь объем белка за сутки нужно все-таки делить на несколько приемов. Вот. И БЦА, которые мы используем для спортсменов, они как раз-таки очень хороши, и даже в тех случаях, когда спортсмен категорически по собственным соображениям отрицает принимать белок в виде надписи «протеиновый коктейль», да, вот он не хочет, я поправляюсь, меня раздувает, в таких случаях просто идеальный помощник БЦА, потому что вы легко можете объяснить, что он не будет там, тебе на вес влиять и так далее, и в архитектонике твоей очень поможет. Вот. Углеводы, ну это как автомобили, это как бензин для автомобиля. Углеводы, это, пожалуй, один из важных, особенно для игровых видов спорта, да, это основной важный источник энергии. Ну и говорить от их не буду долго, мне вот с временем поджимают. Углеводы, конечно, очень важны. Я бы сказала, что в игровых видах спорта это стоит на первом месте. То есть запас углевода восполнять очень важно, и это в первую очередь, что необходимо делать. В продуктах пчеловодства углеводы содержатся с полным комплектом, комплексом аминокислот и витаминов. Поэтому, если нет непереносимости продуктов пчеловодства, я очень прошу вас, включайте. Пусть пациент, пусть спортсмен... обязательно используют продукты пчеловодства. То есть это могут быть пропорции меда с пергой, да, очень хорошо работает, маточного молочка с медом, там 1:1 часть маточного молочка, 100 частей меда. Это тоже таким своего рода анаболическим эффектом обладает и прекрасно работает. Поэтому продуктами пчеловодства, я очень прошу, не пренебрегать, если нет непереносимости. Обычно непереносимость, она проявляется в течение 60 минут, там, в течение часа. Если такой истинной непереносимости нет, то дозированно можно его применять и не бояться. Ну вот, как раз-таки про спортивное питание. Помогает нам ускорить адаптацию, регуляцию массы тела, нормализовать уровень жидкости. Ну и так далее. Три критерия, на которые вы должны ориентироваться, когда вы выбираете себе спортивное питание. В первую очередь это официальная сертификация препарата, второе это антидопинговая экспертиза, и третье это ну как бы какие-то хотя бы косвенные заключения, апробированные о том, что этот препарат, да, он на сегодняшний день выходит на первое место, он лидирующий позиции по каким-то критериям.
Что касается антидопинга, все меняется из года в год. Я сама как доктор не успеваю за этими изменениями, поэтому есть сайт rusada.ru, на котором вы можете получить онлайн-консультацию. Обязательно предупреждайте своих спортсменов любых возрастов, пусть они ведут себе там какую-то онлайн-страничку, регистрируются, они всегда будут в курсе, знаете, потому что очень много лечебных препаратов. Мне даже говорили по сборной, было случай, когда пациент там использует тот же ринофлуимуцил, спрей для носа. Для меня это тоже из области бреда, но имеет место быть. Он запрещенный препарат, спортсмен об этом не знает, ему в поликлинике назначили. Вот, он его использует и может даже врача своего в курс не поставить. Поэтому следите, пожалуйста, за этими. И много компаний, которые не сотрудничают с нашим антидопинговым центром и могут не заявить какие-то компоненты в составе, а мы можем об них не знать, смотрим основные действующие компоненты, запрещенного нет, значит можно, а там может быть такой вот подвох, потому что не все компании заявляют истинный свой состав. По уровням, если говорить про уровень первый, подготовительный, до того времени, как профессиональный спортсмен пришел, так сказать, в зал, он должен понимать, что после отдыха, особенно вот эти погрешности, особенно с весом, это часто сталкиваемся, да, из-за чего возникает вся эта травматизация, нет гармонии с собственным организмом, и вот происходит вот эта вот, так сказать, поломка всех структур организма. Вот первый этап все-таки подготовительный. На этом подготовительном этапе я не беру в счет подростков, молодежные команды, я говорю там скорее больше о профессионалах. Все-таки этот первый этап, он должен быть подготавливающим. Когда говорят, вот низкий гемоглобин, да, нет железа, не обязательно, железо может быть и есть, может быть оно в норме, но оно всасывается плохо ввиду каких-то болезней кишечника. Поэтому этот этап хорошо, так сказать, как в народе говорят, чистка организма. То есть это укрепляем печень, нормализуем функции кишечника, то есть это могут быть лактобактерии, препараты Линекс, лактофильтрум, и в течение 2-3 недель пациент, собственно, может их принимать и, так сказать, готовить себя к экстремальным нагрузкам. Из препаратов для печени желчегонный препарат, это на основе чеснока могут быть препарат Корсил. Он, кстати, неплохо помогает тем, кто хочет как-то наладить метаболический процесс. Вот удивительно, он, у него есть такие свойства метаболического характера. Эссенциали, хафитол может очень прекрасно работает. Хафитол еще очень хорошо может наладить диурез, поэтому, когда мы сталкиваемся с проблемой лишней жидкости, он тоже помогает. Ну, основной рацион питания. Это то, что мы используем на этапах активных нагрузок. Здесь могут быть, ну, естественно, жидкости, баланс минералов и витаминов нужно поддерживать. Ну и здесь будут у нас препараты пчеловодства на первом месте, то есть на фоне на препараты пчеловодства, если химическую структуру брать, есть такие препараты Апилак, Тополек, Тенториум, то есть нужно дозировку от 1 до 7 таблеточек можно увеличивать в количестве, ну, как адаптоген, как препарат для иммунной системы, как анаболитический эффект, они тоже неплохо помогают. Ну, нельзя буквально все так принимать, да, все нужно, опять-таки, методом подбора, индивидуального подхода к пациенту. Вот, значит, из препарата витаминного я скажу, что вам супрадин, морал, изотоник, биостимул, изодринк. Это такие порошочки, которые приятные на вкус, мало того, что очень эффективные, но и пациенты их принимают, не вызывают чувства тошноты, потому что многие производители за счет своей цены грешат качеством своих веществ, и тем самым, так сказать, продукт, он портит свое, так сказать, назначение. Просто спортсмен не будет его пить или так далее. Вот. Ну, скажу про креатин. В таком случае... А, все? Уже все по времени? Уже, ну, да, я и говорила, уже. Что... Все. Совсем все. Что ж сказать. У меня осталась тут часть по десинхронизации, да, когда мы меняем климатические пояса, как можно с помощью препаратов помочь. У меня есть тут небольшие моменты, когда мы хотим скорость, силу, выносливость, тоже какие можно препараты включить. Если кому-то будет интересно, я нахожусь в зале, я могу вам что-то дать из схем каких-то. Но хочу вас очень попросить руководствоваться одним принципом, которым руководствуются все врачи. Не навредим. Поэтому
целесообразность, доза, эффект и вообще нужно ли применять данный препарат или данную пищевую добавку. Нужно, конечно, все взвесить и, исходя из этого, назначать. Спасибо большое.